поэтессы, писательницы, журналистки. Они посвятили творчеству всю жизнь. Их книги и статьи читают как дети, так и взрослые. В Литературном музее имени Константина Иванова состоялись традиционные чтения женщин-поэтов. Для прекрасной половины представителей творческой профессии 8 марта – день особенный. В канун праздника, несмотря на занятость, строго в назначенное время они собираются вместе, чтобы поговорить о творчестве, почитать стихи, а то и спеть вместе. Сквозная тема – любовь, весна. Все женщины-писательницы очень рады, что вот могут встретиться в тесном кругу, скажем так, в нашем вот музее. Женскому характеру свойственны искренние чувства. Поэтому в их стихах так много любви к родному краю, матери, близким людям. Участие в поэтическом вечере фольклорного ансамбля «Тарават» придало встрече особую душевную теплоту. Олеся Русакова, Евгений Анисимов, Республика.